что такое монтажность кадров. Привет, меня зовут Гетлин Антон, и здесь все про видео и монтаж. Подписывайся, тут много интересного. Монтажность кадров – это когда они стыкуются между собой правильно, в согласии с законами нашего восприятия визуальной информации. Например, если кадр двигается в правую сторону, то следующий кадр должен продолжать это действие или же быть статичным. Соединяя два кадра одной крупности, мы создаем дисгармонию восприятия. И такие стыки являются немонтажными. Поэтому желательно менять крупность кадра с каждым новым соединением, или, как принято еще говорить, катом. В нашем арсенале всегда есть эти инструменты – общий, средний, крупный план. И чем осмысленнее мы ими пользуемся, тем интереснее и гармоничнее выходит наша история.